Сибирское лето постепенно вступает в свои права. И вместе с первым теплом человек рискует столкнуться сразу с несколькими опасностями. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы сегодня поговорим обо всех опасностях, которые несет с собой летняя пора, с начальником отдела по делам ГУ ЧС Денисом Галумовым. Здравствуйте! Здрасте! Итак, самый первый вопрос мы, наверное, начнем с ледохода. Вообще ледоход по традиции считается точкой отсчета ямальского лета. Согласны со мной? Да, конечно. Мы его ждем и думаем, что с ним придет тепло на Ямал. Вообще, как в этом году проходило вскрытие рек ото льда и можно ли назвать его ранним? Да, в принципе, ранним назвать его можно, но не так, чтобы это было аномально. В принципе, прошел лед у нас именно вот в нашем районе без происшествий. До села вот Ярцли он уже прошел спокойно. Сейчас, получается, уже в районе голова ледохода уже находится в акватории Акской губы, поэтому скоро он должен уже быть в новом порту и так далее. Вот, как уже видите, что уже первые плавмагазины пришли. В принципе, пока происшествий у нас на водных объектах ввиду ледохода не поступало, не зарегистрировано. То есть в целом можно сказать, что все прошло без происшествий. Спокойно. Угу. Это замечательно. Ну, а в целом вообще весна для Ямальского района, была ли она какой-то тяжелой? Сколько операций спасательных было проведено? Вообще, не только весна, почему-то больше происшествий у нас происходило именно зимой. Очень много было проведено спас-операций. Мы провели буквально 33 спас-операции только за вот эти вот 5 месяцев, которые прошли. И причем это, если сравнивать, скажем, со статистикой прошлого года, то мы в прошлом году только провели всего их 40 с копейками. То есть уже, как понимаете, большое увеличение пошло. Спасли 63 человека, привлекали авиацию в 3 случаях. Ну, в принципе, независимо от того, где это все происходит, либо это зимник, либо это акватория губы, выезжаем, спасаем. Технику приобрели в 2014 году для этих целей. Трековые. Сейчас находится у нас один на порту, один в Ярцеле и один в Мысекаменном. То есть, как бы стараемся своими силами в основном справляться. Есть у нас одна организация на территории округа, та, которая аккредитована именно вот на проведение спас-операции, это «Ямал-Спас». Но, сами понимаете, что они находятся в Соликарде, ближайшие подразделения, поэтому ждать кому-то в районе нового портала Мысекаменного спасения, это будет практически невозможно. Поэтому в основном стараемся как бы своими силами, своими средствами. Также, наверное, основная часть наших спасателей – это добровольцы, те, которые мы, в принципе, отборные ребята, которые знают хорошо район, знают хорошо тундру, могут спокойно выехать в любое время суток, невзирая на погодные условия, то есть выезжают, рискуя и жизнью, и своим здоровьем, соответственно, в любую погоду, ночью, днем, в метели и так далее, на снегоходах, на своих собственных. Ну, естественно, не бесплатно, администрация все оплачивает. А так, чтобы люди знали, что в основном у нас все спас-операции на территории района организовывают не МЧС, так как подразделений здесь их нет, вот, организовывают именно наша администрация района. То есть все затраты, все расходы, все, наверное, усилия, все благодаря вот действиям администрации. А вот вообще вот эти силы и средства, которые для спасения человека, они по всему району? Район достаточно большой у нас. У нас есть и в каждом поселении района есть добровольцы. Ребята, которые, в принципе, всегда на телефонах, всегда готовы выехать. Поэтому пока справляемся. Пока, слава богу, у нас не возникало таких ситуаций, чтобы нам было невозможно выехать откуда-то. Везде ребята стараются выезжать, не отказываются. Потому что понимают, что спасение жизни человека – это самое основное, невзирая ни на что. Ну, это прекрасно, что жизнь превыше всего. Денис Александрович, ну, 2016 год – это год кризисных явлений на территории Российской Федерации. Как бы это ни было печально, но это так. И что с финансированием в этом году? Как-то вот урезано оно именно на те мероприятия, которые для жизни человека предназначены? Нет, безопасность. Безопасность администрации района, она нисколько не ущемлена. Даже наоборот. Нисколько не меньше средств выделено в этом году на безопасность. У нас затраты, которые понес бюджет, связанные вот именно на проведение поисково-спасательных операций, без проблем.
никогда у нас не бывает каких-то там, скажем, препятствий. То есть на любую спасоперацию спокойно выделяются деньги. А еще одна стихия, которая вносит много жизней человеческих, это огонь. Вот сколько пожаров по итогам вот этих 5 месяцев 2016 года уже произошло у нас в районе? Если брать статистику с прошлым годом, то пожаров произошло в 2 раза меньше, 7. Вот если брать, скажем, на текущий момент времени прошлого года. Но, к сожалению, погиб человек в бесхозном строении. Но, как правило, пожарная безопасность, она как, в принципе, и контролировалась, так и контролируется у нас отделом надзорной деятельности по Ямальскому району. Но все равно случаи возникают, и я думаю, что никто от этого не застрахован. Тем не менее, у нас организован целый ряд, наверное, таких вот превентивных профилактических мероприятий, которые мы проводим вместе с пожарными, с полицией, с администрациями поселений. То есть проводим проверки, в том числе с вашим участием, несколько раз проводили, освещаем СМИ. Ну, в основном в цели, скажем так, профилактики, инструктажа, бесед, то есть без, скажем так, без штрафов, без ничего, потому что там и так такой контингент, скажем, проблемный. Если там еще и штрафовать, то... Поэтому в основном так вот стараемся огромное внимание уделять именно детям. И именно детям, которые остались так вот без, скажем, должного присмотра родителей. Ну и, соответственно, вот сейчас, скажем так вот, уже наступил пожароопасный сезон в районе с 1 мая. Поэтому у нас на регулярной основе будут рейды в, значит, поселениях по выявлению поджига травы, вот, разведение костров и, соответственно, на выявление бесхозных строений там, где могут находиться люди. О штрафах, которые сопутствуют всем вот этим нарушениям, да, которые человек своими руками делает, мы поговорим немножко позже. А вот еще хотелось бы сказать о том, что по статистике каждый 20-й пожар случается не без участия детей, так скажем. Да? И вот сейчас началась самая такая пора, опасная в этом отношении, дети ушли на летние каникулы. Что вот нужно помнить родителям, детям, чтобы уберечь себя, своих близких вообще? Что нужно помнить, уходя из дома, может быть? Ну, во-первых, я думаю, что каждому родителю нужно запомнить раз и навсегда, что ребенка никогда нельзя оставлять без присмотра. Никогда. Никогда нельзя его закрывать на ключ, если ты уходишь куда-то из дома. Даже если ребенок школьник и так далее. Но единственный шанс спасения для него в случае чего-то будет именно в первая попавшаяся выходная дверь. Поэтому никогда нельзя, скажем, ребенка закрывать. Ну и, соответственно, запомни, что спички детям не игрушка. Любая игра с огнем, она приводит. То есть никаких не должно быть рядом зажигалок. То есть все должно быть. А тем более, что это даже пишется везде в инструкции, что не оставляй без присмотра, не оставляй без присмотра. Самое главное, чтобы дети не имели допуска к спичкам. Спичкам, зажигалкам, свечкам и так далее. В том числе и бытовым прибором. Утюги, паяльники и так далее. Фены. Ну, вот еще... С другой стороны, посмотрим на стихию огня. Пожароопасный сезон на Ямале был объявлен 1 мая. У нас на территории Ямальского района лесов нет, насколько я знаю. Но есть тундра. Да, есть тундра. Но, ну, у нас не столько, скажем так, опасно поведение именно человека в тундре, сколько, наверное, разведение костров каких-то или сжигание мусора, в том числе и сухой травы, на территории именно поселений. Потому что ближайшие постройки деревянные в основном, сараи, гаражи и так далее. Вот, поэтому человеку у нас, в принципе, уже запрещен на территории всего района разжигание костров. Разжигание костров и сжигание травы. Ну, конечно, штрафы не такие великие. За разжигание костров вблизи 50 метров от здания вообще предупреждение. То есть человек разжег, его предупредили, оформили протокол, ему пошел дальше. Вот. А если, конечно, это повлечет за собой пожар, это докажут, это обоснуют, тогда уж там, конечно, будут побольше штрафы. Но, опять же, не катастрофические, там порядка 5-6 тысяч на физлицо. Вот. Ну, собираемся выявлять это все, конечно, пресекать по возможности. В том году вот выезжали порядка 4 раз. Именно вот даже в Ярцеле выезжали именно на горение травы. В том числе горение травы, которая угрожала именно постройкам уже таким хозяйственным. Вот. Собираемся в этом году также проводить рейды совместно с УНД по Ямальскому району и полицией. На выявление, на пресечение. Но в основном такие рейды будут носить более такой характер, скажем так, профилактики. То есть, чтобы
еще раз объяснить, еще раз предупредить, еще раз все спокойно, чтобы люди понимали, что это делать нельзя. Хотя, в принципе, не понимать этого, там, да. Как можно, скажем, там, огонь, костер, базит, скажем, там, деревянное строение, тем более в сухую погоду. Как бы это уже как очень наше самое детство люди знают. Как вы думаете, работает наша с вами совместная профилактическая работа вот на то, что снижается количество пожаров, возгораний? Вот 7 пожаров, вы сказали, да, в этом году было, видимо, 14 по итогам прошлого мая. Ну, я скажу честно, это не совсем может быть итог профилактики, что, скажем, стало меньше пожаров. Потому что из года в год абсолютно разная статистика. Это не значит, что либо плохо работают надзорные органы, либо они работают очень хорошо. Тут, конечно, больше всего это человеческий фактор. Дело случая, так сказать. Да, дело случая. Оказался не в том месте, не в то время. В состоянии алкогольного опьянения, курения в постели, это от этого не уберечь никого. Тем более, что если человек нормальный, здравый, он никогда себе этого не позволит сделать. Самое страшное, что, конечно, вот в таких домах, где живут такие люди, они деревянные и... Вот, скажем так, проживающие рядом с ними соседи, они живут как на пороховой бочке, там, не дай бог что. Вот в таких домах мы стараемся появляться как можно чаще. Там появляемся не только администрация, огромную там роль играют именно пожарная охрана нашего Ямальского района, которые инструктора пожарной профилактики, они там практически ежедневно. Мечник безопасности жилья, он хоть называется мечник, но он проходит весь год, да. Ребята ходят, объясняют, листовки вручают. Некоторые уже даже говорят, что вы нам ходите уже по 10 раз. Ну, вы хоть ладно понимаете все. А если которым 10 раз объяснишь, он ничего не поймет абсолютно. Поэтому огромная, колоссальная работа именно вот пожарной охраны в этом отношении. Да. Ну, будем надеяться, что люди будут бдительнее, да, в будущем будет меньше пожаров, возгораний. Мне остается поблагодарить вас за интересную беседу. Спасибо. Спасибо. Для наших телезрителей я напоминаю, что мы сегодня говорили с начальником отдела по делам ГУ ЧС Денисом Галумовым. Всего доброго и до встречи в эфире.